Заходишь в чат вот так к нам, а у нас от одной половины пахнет нафталином, а вторые смотрят аниме со звуками ай-яй-яй и сушками на голове. Хотя бы непонятно такое. Металл, металл, у платника, точно. Я понял, понял. Я иду на ту сторону. Внутри, походу, бегает уже. Убил одного. Внешка чисто. Я на первом. Бил. Все, забрал его. Собрал, давно надо было забирать его, лучше брал. Хилюсь опять. Тут еще один был какой-то, ТС-3. Владик 20 сантиметров. Скромный, молодой человек какой. Один чел же есть. А у меня, кстати, на полу лежит уже. Он упал со стульчика, походу. Не, у меня он красиво лежит. Гриса 4 дырки, блин. Странные ребята. Да-да-да, один 20 сантиметров, второй 4 дырки. Мне тоже кажется, они как-то связаны между собой. Меня, говорит, зовут... А я, говорит, Смит. Элрон Смит. Кличка папочка эльф. Каждый думает в меру своей распущенности. Мы вообще ничего такого не думаем, блин. 49-й. Проходной трое сидит, прикинь. Проходной еще один остался. А где звуки вообще от них? Они просто стояли и целились все в проходную дверь. Как тебе такое? Сильно? Сильно. Убил его, нет? Нет. Убил ты его. Убил, да? Да-да-да. Бля, да идите вы. Решала? Да я не понимаю, он через кусты стреляет. Значит, решала. Что там не понимать-то? Глушак? Не ты сейчас работал? Нет, я в проходной внутри. А, какой-то глушак только что был. С какой стороны? Смотри, они, стоят. Они, видимо, меня встречали. Думали, я там пойду. Вообще звуков ноль. То есть, ну, я не слышал ни бега, ничего. Так они стоят. Нет. Они стоят и троем вот ко мне затылком целится дверной проход этого проходной. С повязками Evasion, ну, чтоб ты понимаешь, тут как бы все серьезно, блядь. Как бы компетитив тут у них идет, все дела уже. Дай бог, тут их заметит. Я по боту еще стрелял. Вроде убил, сейчас Грен еще задам ему проверочную. Какая-то болтовка и не только стреляла. Мне. Еще? Да-да-да. Бегом. Да я умер, все. Где был примерно? Под забором на новой территории, двое там сидят. Со стороны холма два? Двушки? Или со стороны лэпок наверху, где нычка, вот там под забором двое. Понял. Это мэт, походу. Нет, это не мэт. Бил обоих. Вроде хулочку видел на фоне. Да, он каску с тебя взял, броник, походу. У меня разгрузка шестая. М-ка, да, у тебя ведь? У меня, да. Тихо, тут ганов. А, ты, наверное, со своего типа снял скар.
Так. Ну, как бы вот так, чат. И один, по-моему, в огне опасно, по звуку. Ёб твою мать! И один у меня за помоечкой. Как всегда. Блядь! Ёл. Живёшь? Да, у меня ещё есть ещё один за помоечкой. Какие молодцы. Убил у себя? Убил еще одного. Я его, видимо, так вдоль запуга этого слышал, стены. Когда он бежал, как будто в упоре, блин. Спина! У меня спина, карман. Понял, жди. Жди у меня. Я же говорю, жди, убил его. Одну секунду тебе надо было просто подождать. Под размен хотя бы выходить моментально. Я спрей ему хороший дал, но он мне голову поставил. Че он какой не умер? Ёпта, тут еще. Это в АГС-ке. Че? Да, в натуре в АГС еще один был. Мой уровень, понятно, блин. Калаш хороший. Что за патроны? БПшки. Так, это мы все берем. А прикиньте, кто-то сейчас в медичке все еще сидит. Коварный какой-нибудь чел. М1А. Ага, так, 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 так. Так. За подписки. Смотря какой там, я разная начал, есть подписка. Отели боятся меня убить, короче. Я с горностаем. Че, на двух сторон. Их двое. Они наверху сидят оба. Запрыгнул, нет? Да. Убил его, нет? Они на втором будке на лестнице на этой. Да-да-да, я знаю. Я захожу. Тоже зашел. Здесь кровь. Бля, сзади сидит прям у меня. Подо мной я был. Понял, я понял. Что орёт там еще, блять? Тиот. А я взорвал одного. Вверху. Сейчас проверю. Что сидишь? Прям в натуре идиоты. Господи. Настолько надо быть отбитыми. Я убил, походу, наверху прострелом, типа. Поэтому он не чекал ее. Так, какой там уровень разговорчивый? 27-й. Так, что-то этот фон моргающий. Можно что-нибудь однотонное поставить. Что-нибудь такое вот. Я забегаю. Вы чё, народ, погнали! Руки пришью.
куда тебе скрины сборок ганов можно скинуть на следующий видос про прикольные сборки? Вконтакте, либо в Дискорде можешь скинуть. Куда тебе удобнее? Кселот, спасибо за 5 евро. Благодарю. Спасибо большое. Блять, сидит на большой стройке, чел. Должен был дать ему хэд. Когда выходит Кеноби? Ты не в курсе? Сам жду. Чат, когда выходит сериал про Кеноби? Кто-то в курсе из вас? Что-то я вспомнил сейчас, а он поди вышел уже, нет? Что они с ним сделали, блин? Убили Опа. Меня. Блять, да ладно, откуда? Не знаю, просто убил. Я даже не слышал. Я только шлепок слышал. Скажи мне, что за патрон. Боба Фетт, голова, уши, сейчас. Боба Фетт, блядь. 61 патрон. Возможно, малая стройка. Я под нее был открыт. Только говорили про джедаев, тут Боба Фетт тебя убивает, сука. Бля, раз там 61 патрон, мне каска не понадобится. Блять, там еще один что ли был слева? Ох, ёб, граната! Нет. Служивый! Нет. Блять, у него вектор еще есть. Блять, не тот. Мышь, блин. Он все еще был точно в том же самом месте, откуда он тебя убил. 36 уровень. В этой игре я нашел профессионала, это факт. Просто вот максимальная крыса, блин. А еды воды взял, в кустик лег, все, пошел. Профессиональный геймплей, типа. Тактика ты не понимаешь? Ну да, куда же мне понимать тактику-то? Опа, этот пролутанный. Его бот, что ли, успел залутать? Бля, его бот, походу, залутал и украл оружие, прикиньте. Видишь, лежит тут курябчик, блян. А, загорает на солнце. А же этот, сидел пас? На буншу нашего, похож. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.